Глава Якутии Егор Борисов подписал указ о развитии города Якутска до 2022 года. Это продолжение указа от 2014 года. За время его реализации в последние 3 года в столице построили 3 медицинских учреждения. Какие объекты будут построены в рамках нового указа и что ждет горожан в сфере здравоохранения, выясняла Оксана Устинова. Новое светлое 6-этажное здание Якутской городской больницы номер 3. Здесь собраны все подразделения. Раньше они располагались в разных частях города. Теперь значительно улучшились условия для оказания медицинской помощи. Объект был введен в 2015 году. То есть появилось новое оборудование, такие как МРТ, чего не было раньше. Оснастилось полностью новым оборудованием лаборатория, которая сейчас имеет очень много возможностей для обследования. Также улучшились, конечно, условия и для пациентов. То есть сейчас широкие коридоры, это в первую очередь. Лифт для больных. Больше стало кабинетов, то есть уже не толпятся в один кабинет. По новому указу до 2022 года в Якутске будут введены в эксплуатацию еще 3 объекта здравоохранения. Это строительство поликлиники городской больницы номер 2 на 600 посещений в смену, онкологический диспансер и возведение второй очереди кардиологического диспансера на 150 коек, строительство которого планируют начать со следующего года. Делая анализ нашей работы по обращению к пациентам, по нозологиям, все-таки востребованность более расширенной помощи, специализированной помощи, высокотехнологичной, конечно, возрастает. Эта тема очень актуальная. Вторая очередь кардиодиспансера у нас как бы будет включать остропомощную, да, например, как бы включением уже острой неотложной кардиологии, как взрослого населения, так и детского населения. Уже как бы идет комплексное оказание в одном центре. Также начнется строительство онкологического диспансера. Объект рассчитан на 210 коек с радиологическим отделением и хозблоком. Первая очередь – это реконструкция радиологического отделения на 30 коек. Вторая очередь – непосредственно строительство онкодиспансера со стационаром и поликлиникой. Министерством здравоохранения республики проведена работа. В этом году из Минздрава России выделено 150 миллионов рублей. И в следующем году будет выделено 369 миллионов рублей на реконструкцию радиологического отделения. Вот. Что касается большого центра, то также деньги в этом году предусмотрены. Вот. И в последующие годы также будут предусматриваться соответствующие средства из разных источников на строительство этого онкодиспансера. Новый указ главы о развитии города Якутска до 2022 года содержит пункты, которые напрямую касаются жизни каждого горожанина. Среди них переселение жителей из аварийных домов, окончание реконструкции и строительство объектов водоподготовки. Кроме того, поставлена задача ликвидировать вторую смену в школах. В указе также отмечены задачи в сфере благоустройства. Да не скажешь о том, что этот документ чего-то там не хватает. Наверное, в нем хватает все. Но я хочу сказать, что данный указ – это новый, качественный виток развития отношения между городским округом город Якутск и республикой Саха-Якутия в целом. Ну, для нас, для жителей, 50 миллиардов рублей, это, я говорю, ориентировочная сумма, которая должна поступить в течение следующей пятилетки, это очень большие колоссальные деньги. Сегодня в Якутске проживает треть населения республики. И указ о развитии столицы, подписанный главой республики Егором Борисовым, непосредственно будет касаться каждого жителя Якутска. Оксана Устинова, Максим Ростовцев, НВК Саха.